Всем привет! Сегодня восьмой день реабилитации. Юлечка пришел, два дня отдыхал перед этим, суббота-воскресенье. Лежал, ничего не делал, спал только. Сегодня пришел и говорит: Саня, говорит, а нога-то меньше стала. Нога-то меньше стала, лучше стало намного. Продолжаем в том же духе. Смотрите, наблюдайте за нами. Поехали. Сейчас сделаем опять базовую разминку. Крутим велосипед, уровень сложности 6. Скорость 60. 15 минут работаем на велосипеде. И дальше на маты работаем дальше. Видите, у нас уже сок пошел хороший. Только 10 минут, короче. Да, потеем, потеем, потеем. После выходных у нас тяжко, но нас это не пугает. Водичка выходит. Молодца. King of Kings. Ребята, ну давайте вас снимаем, Олег. Вас снимает скрытая камера. Вот поработайте красиво. Гордый по хоккею. В какой команде играешь? Сокол. Как? Сокол. Сокол. Батя бизнесмен. Батя бизнесмен. Трудовые резервы. А ты какой? Уже наигрался. Уже, говорит, наигрался. Ну ничего. Шахматы. Футболисты. Это в Германии футболист играет. Он парень молодой. В Германии футболист? Вон, расскажи. Да, посмотрим. Отвлекать не будем. Ну, расшифруй для тех, кто не знает. Туз Хильтрум. Что? Туз Хильтрум. Туз Хильтрум? Хильтрум. Хильтрум. Окей. Вот такие вот ребята занимаются у Александра Еремина. Футболисты, хоккеисты. И спортсмены, такие как я. Ну что, ты готов? Да. Можно заняться дальше. Поехали. Поехали выполнять динамическую разминку. На прошлой неделе мы делали все без осевой нагрузки. Сегодня будем добавлять осевую нагрузку. Будет динамическая разминка. Можете смотреть, как мы будем сейчас это делать. Опорная раз на носок. И тут раз зафиксировал на секунду. Раз зафиксировал на секунду. На секунду. Да. Да. Идеально. Оп, снимай, снимай. Развернули сюда, в зеркало смотрим. Ножки согнул и пошел ноги на ширине плеч, двигаешься назад. Двигаешься назад. Двигаешься назад. Почти как мне. И опять пошел то же самое. Поднимаешь. Плавно, не спеши, там раз на секунду зафиксировал носок, раз, зафиксировал, раз. Как замедленная съемка. Да, да, прорабатываешь, чтобы волосы весь связочный аппарат прорабатывался. Только когда медленно циклические движения можно делать. Хотя лицом сюда, смотри. Да, то же самое, тебе двигайся в эту сторону. Да. Там ноги затягиваются, резинами что-то выдумывать. Есть обычный свой вес, вы работаете. И все, поверьте, будет очень хороший результат. Спасибо.
Выключать? Да. Поехали? Да, поехали. Выставляем правую ногу, опорная нога согнута. Видите? И колено у нас параллельно другому колену. Нога ровно. И мы руками оп, тянемся, тянемся, растянем задний. Чувствуем. Раз, встали. Встали. Другую ножку ставим, пяточку параллельно, ножку сгибаем и тянем. Вот, выпрямился. И вот так раз, и все, да, и выпрямился. Другая ножка. И тянем, 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 тянем. Нога ровная. И вот так медленно мы идем. Такие делаем 5 залов. Класс. Чувствуешь, как тянешь? Да. Это здорово. Ровно, ровно, ровно левая. Правая ровно. Снимаешь? Да. Сегодня у нас опять БДСМ вечеринка. Да. Ну, думаю, сегодня тоже будет интересно. Да. Давай, давай. О, хорошо. Работает четырехглавая мышца. Специально закачиваем ножку. Стабилизируем и сразу, видите, уже вес чуть побольше мы поставили на этой неделе. Юра, как самочувствие? Супер, видите, ножка уже как работает. Видите, уже сгибается. Сзади, как вы можете увидеть, уже намного меньше отек стал. Его практически не видно уже. Здорово. Без операции, все. Здорово. Движемся в правильном направлении. Умничка. По 10 раз, не больше. На, тебя замучаешь. Аскал, покажешь сейчас свой боевой. Только улыбка. Нежная причем, да? Нежная. Улыбка на миллион. Чуть-чуть вперед. Вперед, вперед, вперед. Еще, 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 еще. Вот, молодец. Ножку сгибаешь. Сгибаешь ножку. Вот, раз, два, три. И разгибаешь медленно. Умница. Опять сгибаешь. Раз, два, три. И разгибаешь. 20 повторений, 4 подхода. Ага. Я выступаю постоянно. Ну это ж руками бить это другое, а трогаться. Я ж посмешно выступаю. Подняли таз вверх. Таз не двигается. Перекатываемся с пятки на носок. Поехали. Специально укрепляем стабилизаторы опять, икроножную мышцу, полностью работает, место прикрепления занято. Это вы какой день делали? Второй, первый, второй, подряд. Вот теперь пусть зрители определяют, какой день мы это делали, а там все описывалось, объяснялось конкретно. Кто? Кто определит, получит приз.
Бесплатная консультация. Так что есть к чему стремиться. Вот так будем задавать некоторые вопросы. Вы просматриваете, прослушиваете и отвечаете. Уже больно. Так, расслабимся. Немножко разогреем, не спеша, связочку. Потом и того, кто снимает, потянем. Я потерплю. Я мазохист. Достал? Я тоже раньше там сводил, вот, когда начинал. Я занимался. Голеностоп сводил, вот. А? У кого? Я у меня сводил, так же самое. Капец. Зато приятно. Видите, можете бы снимать. А, блядь, намного меньше отек стал. Здорово, классно. Хороший результат. Ложись на спинку. Это так кайф. Реально уже бить ногами не больно по груше. Так что работаем, смотрим видео дальше. Парни, я против вот этих вот костылей. Те, кто против, приходите к Александру Еремину, занимайтесь своими коленями. Не запускайте. Берегите себя, берегите свое здоровье, берегите свои ноги. Ноги вас кормят. На связи.